это новый Peugeot 208, и я считаю, что это самый привлекательный автомобиль в классе. Но в каком классе, спросите вы? В B-классе. Да, возможно, этот 208 рядом со мной выглядит как полки Икара или как санки с колесами. Я понимаю. Мой рост 2 метра, и справедливее было бы сделать картинку где-то вот такой. Ну, чтобы понимать пропорции. Ну вот где-то так, да. На самом деле это типичный представитель B-класса. С той лишь разницей, что этот 208 может быть полностью электрическим с запасом хода по ВЛТП в 340 км. Но об этом немного позже. Сейчас же давайте о классике, о ДВС. Физически он такой же, как Polo по длине и по ширине. Практически такой же по колесной базе, но ниже на целых 3 сантиметра. И вот именно поэтому он весь такой спортивненький. Не спортивный, нет, вы не подумайте. Именно спортивненький. Потому что честный ход хэтч должен был бы появиться позже, под именем GTI. А вот и нет, не будет больше GTI, его роль будет отыгрывать электрическая версия. Ну, по крайней мере, пока. Здесь просто пакет GT Line. Но все же, насколько он роскошен. Это львиная морда с дерзким и агрессивным оскалом, диодные фары, росчерки когтей в задних фонарях, глянцевые контрастные арки и крыша, а еще немного вздернутая корма. Конечно же, это оценочное суждение, но если бы я вел свой личный рейтинг дизайна автомобилей, то этот 208 сразу же попал бы в топ, по крайней мере в своем классе. Ну, очень симпатичная машина, такая себе Натали Портман в мире автомобилей. Такая же дерзкая, слегка грубоватая, но очень натуральная. Хотя и мелкая. Но я еще не закончил с внешностью. Смелость французов последние годы впечатляет. Если раньше Citroën вел главную партию в опере под названием «А немцы так не могут», то теперь Peugeot уверенно обходит последнего на повороте. Смело, органично, но при этом не страдает причудливостью. В отличие от флагмана 508, указатели поворотов здесь не спрятаны в клыки, а хотелось бы. Но, тем не менее, тот самый вот узнаваемый стиль Peugeot, такой вот тонкой красной нитью тянется сквозь все поколения, не считая, конечно же, середины нулевых, где были тяжелые для восприятия модели 407 или 3007. И вот с определенных ракурсов этот 208 напоминает легендарный Peugeot. Peugeot 205. Легендарным этот автомобиль был по нескольким причинам. Во-первых, его продали тиражом в 5 миллионов автомобилей. Во-вторых, он пробыл на конвейере, вдумайтесь, 15 лет. Ну и в-третьих, конечно же, заслуги в автоспорте. Что тут говорить? На 205-м выигрывали чемпионаты мира по ралли в 85-м и 86-м годах. А с 87 по 90 на прокачанном малыше выиграли все марафоны Париж-Дакар. Воспринимали ли его настолько же ярким и смелым в те годы, как сейчас воспринимают этот 208, не знаю. Но точно знаю, что он был достаточно прост, особенно внутри. Интерьер 205 был предельно спартанским. Конечно же, здесь ни о каком аскетизме и говорить нечего. Все выдержано в духе современных Peugeot. Если вам нравится такой подход, то, что из себя представляет салон этого 208-го, ну, приведет в восторг. Если же вам нравятся салоны Шкода, то можете смело выключать ролик. Потому что никакие аргументы, вплоть до того, что здесь там трехмерная приборная панель, на вас попросту не подействуют. Да, я не ошибся. Трехмерная приборная панель. Это просто, это функционально, это эффектно и даже эффективно. Французы утверждают, что применение голограммы, а перед обычным экраном здесь действительно голограмма, ускоряет реакцию на полсекунды. Ну, то есть картинка на переднем плане динамическая. Она приближается к вам в соответствии со степенью значимости или срочности сообщений. Вот только с голограммой, как методом получения объемных изображений, это имеет общего, в общем-то, ничего. На самом деле верхний слой, который ближе к водителю, это отражение на тонком стекле, находящемся под углом картинки, источник которой размещен сверху под козырьком. По такому же принципу работают телесуфлеры, ну то есть это обычная проекция, а уж никакая не голограмма. Я не готов утверждать, что стал реагировать на сообщения на этом экране как-то быстрее, но выглядит все реально круто, при том, как я уже сказал, и достаточно просто.
По своим способностям приборка, в общем-то, такая же, как у остальных моделей. Останавливаться больше незачем. Передняя часть салона нового 208-го, понятное дело, выполнена по архитектуре iCockpit, только уже нового поколения, и это субъективно, конечно, но удобно. Удобные кнопки под экраном. Хотя и сенсорные, но зато нажимаешь ты на них сверху вниз, и это гораздо удобнее, чем, например, в 508-й модели. Этот же ряд кнопок, даже не кнопок, а тумблеров, он механический. Здесь достаточное количество ниш для всякой мелочи. Есть два подстаканника, ниша здесь и вот прикрытая ниша здесь. Здесь вы можете разместить телефон, например, вот так или вот так, как вам удобно. Можете бросить его внутрь. Там беспроводная зарядка, и он будет у вас заряжаться. Плюс вы можете это просто все закрыть. Экран мультимедийки 10 дюймов. Он очень похож на экраны в новых 508 или DS7 Crossback. Но если там его можно назвать большим, то здесь просто огромным. Хотя я все же думаю, что это излишество. В любом случае за все это нужно будет доплачивать. А это совсем не обязательно, ведь доступными будут также экраны на 5 и на 7 дюймов. И впишутся они сюда не менее органично, я уверен. Мультимедийка старая, ну то есть как и на предыдущих моделях, и быстродействием, как и раньше, не отличается. Где-то подтормаживает, где-то подтупливает, но в общем все работает и, видимо, пользователей это устраивает. Есть Apple CarPlay, есть Android Auto, поддержка разных форматов музыки, навигация. Короче, функциональность на высоте. Есть все, что нужно, ну, разве что нет внутреннего накопителя, но это уже излишество. Вот вам и B-класс. За мультимедиа я ставлю 6 баллов, это крутая оценка. Ну а звук? А звук весьма простенький. С объемом и полноценностью звучания, что внизу, что вверху, все неплохо, но выдающимся его назвать не выйдет. Из 10 баллов 6 можно поставить. Это средняя оценка. Конечно же, в комплектации GT Line черный потолок, комбинированное сиденье из кожи и ткани. Причем ткань высококачественная. Выглядит отлично, а главное, приятно на ощупь. Пластики на торпедо мягкие, есть контрастная строчка. Ну а на дверях, конечно же, жесткие. А в темное время суток ненавязчивая ambient подсветка добавляет уюта. Да и вообще, это самое ощущение уюта появляется с первых секунд пребывания за рулем. Ну и мягкий карбон, и эти туда же. Но я, правда, не исключаю, что и приверженцев такого решения будет немало. Но, тем не менее, конечно же, как бы стильно и круто, скажем прямо, не выглядел салон, конечно же, он не для меня. Нет, я здесь помещаюсь, но будь я на сантиметров 10, а лучше 15 ниже, все было бы гораздо удобней. И по ногам, и по ширине, и стойка бы не мешала, да и в конце концов за мной можно было бы разместиться. Например, человеку с ростом 1,76 м высоты достаточно, и колени бы нормально влезли. Дима, тебе удобно? Да. Вот видите, человек с ростом до 180 сантиметров легко усаживается сам за собой. Браво, браво, просто... Да пошел ты сразу. Багажник у Peugeot 208 достаточно вместительный, 265 литров. Ну, конечно же, нет. 265 литров — это совсем немного, но больший вопрос в том, как эти 265 литров скомпоновали. А скомпоновали сносно. 4 чемодана ручной клади влезет, но не более. Качество отделки, в общем-то, высокое. Вот только пол хлипковатый. Под полом докатка, но обилие неприкрытого металла. И у такого решения, должен вам сказать, есть определенные плоды. О них чуть позже. В общем, хотите конкретики? Да, в поло. Багажник больше. На нашем рынке точно будут доступны два двигателя объемом 1.2 с турбиной, но в разных форсировках на 110 и на 130 лошадиных сил, оба серии PureTech. И пока это вся информация о стартовых агрегатах. Возможно, к нам приедет еще и дизель на 100 сил, но если и приедет, то это будет уже явно попозже. Причем у нас со старта будут исключительно автоматические коробки. И не просто автоматические, а одна автоматическая, полноценный восьмиступенчатый гидротрансформатор, конечно же, Aisin. Похоже, концерн PSA сделал серьезную ставку на этот агрегат, потому как в различных своих вариациях этот EAT8 можно встретить на всех современных Peugeot и Citroën. И, наверное, это неплохо. Peugeot переживает второе рождение, и какой-нибудь сыроватый робот мог бы сослужить, ну,
неважную службу процессу реинкарнации бренда. У нас под капотом пока топовый для нас 130-сильный мотор. И если цифра в 130 лошадиных сил не впечатляет, то вот вторая должна порадовать. 230 ньютон-метров, и это вроде как неплохо, несмотря на то, что здесь как бы не самый малый вес, 1165 килограммов. Но это все лирика. Давайте будем мерить 0-100. И вроде как это неплохой результат, но я не понимаю, откуда эта разница между заявленной цифрой 8,7 и реальной 10. Это слишком много. Да, я понимаю экологические нормы, Евро 6D и так далее, но расскажи об этом результате инженерам Peugeot в 87-м, они бы просто вас не поняли. Потому что их 205-й GTI со своими 130 силами и 160 ньютон-метрами разменивал первую сотню на секунду быстрее. Да, это прискорбно, как говорил классик, но, увы, это реалии. Те самые экологические нормы, электроника, разница в весе более чем в 300 килограммов. Ну, вот тебе и результат. Хотя я вам точно могу сказать, что тот пыш так не ехал. В целом, можно сказать, что новый 208 едет сбалансированно. Ну, относительно. Конечно, по большей части это заслуга связки мотор-коробка, которые настолько прогнозируемо себя ведут, насколько это вообще можно ожидать от малообъемного мотора и 8 ступеней. Плюс руль острый. Здесь немного больше 2 оборотов от упора до упора. И в обычной жизни предъявлять претензии к рулю, ну, как бы, я считаю, что бессмысленно. Да, у него, ну, неважная околонулевая зона, но, в общем-то, это же не трековый автомобиль. Откуда такие запросы? Короче, рулевой отрабатывает пусть не на 5, но на 4 точно, в стандартных условиях. Также можно сказать и о подвеске, в принципе. В принципе, потому что этот тест проходит на окраинах Лиссабона, и пусть здесь по европейским меркам и не лучшие дороги, но по нашим это прекрасное новое полотно из будущего. Так вот, здесь все неплохо, но я ощущаю, что подвеска жестковато отрабатывает на сжатие. При этом сами по себе пружины имеют большой свободный ход. В итоге на извилистых дорогах мы получаем пусть и не критичные, но крены, а если нагруженная сторона налетает в этом повороте на неровности, еще и заметно жестковатое принятие этих самых неровностей. И чувствуется влияние, а иногда даже сильно чувствуется влияние неподрессоренных масс. Да, здесь большие, ну, сравнительно большие, как для B-класса 17-е диски, на них 208 выглядит просто отлично, но я бы все-таки, наверное, рекомендовал брать 16-е. 16-е для B-класса — это немало, это нормальный размер, плюс он дешевле и легче. Ну, дешевле он пускай сравнительно и не намного, если зайти на Е-каталог и посмотреть аналогичные модели резины в разных размерах, то сэкономить выйдет до 100 баксов на комплекте зимних колес. Я рекомендовать не буду, разберетесь сами. Здесь есть тонны всяческих предложений и, главное, есть отзывы. Так что разобраться не составит труда. К тормозам, в общем-то, претензий никаких. Но особые требования к ним не выдвигались. Замедляют и замедляют относительно линейно. В общем-то, все нормально. А вот есть у меня претензии к шумоизоляции. Если двери и моторный щит зашумлены неплохо, то вот днище, ну, как бы совсем не важно. Причем, что шумно становится уже на скорости 80 км в час. Особенно где-то сзади, в районе задних арок. И что характерно, с ростом скорости, ну, вот уровень шума не сильно-то вроде как и меняется. То есть и на 130 шумно, и на 80, ну, плюс-минус где-то одинаково. Странная, конечно, такая закономерность. Но шум калечится, это вообще не проблема. Ну, есть еще одна претензия, хотя здесь абсолютно понятно, откуда ноги растут. Они растут, в общем-то, из дизайна. Здесь неважная обзорность, что вперед, что назад. Широковатые передние стойки, небольшая площадь остекления. В общем, просто имейте это в виду. Ну и, конечно же, расход. В этом 208 нет каких-то особых технологических прорывов, но это и по большому счету говорит только об одном. Не придется разочаровываться в этих самых технологических прорывах. Как и мне не пришлось. Я ожидал увидеть цифру 7, я ее увидел. В общем-то, в окологородских условиях. Если вы будете ехать по трассе со скоростью, скажем, 90 км в час, то ваша цифра будет где-то в районе 5-5,5. Это неплохо для B-класса, ничего удивительного. Если бы под капотом здесь стоял дизель, то цифра была бы в районе 4, потому
потому что у Peugeot очень даже эффективные дизельные двигатели. Но, как я уже сказал, дизельный мотор придется немного подождать. Но, конечно же, как я и говорил, у вас остается выбор, и вы в модели 208 можете добиться нулевого расхода. Как? Ну, конечно же, благодаря электричеству. Peugeot 208 — это автомобиль, построенный на модернизированной платформе EMP2, и теперь она называется CMP, что и позволило сделать 208 электрическим. Первое, что хочется отметить, это, конечно же, настройки подвески, потому что амортизаторы здесь другие, немного вырос вес, и в целом электрический 208 воспринимается более комфортным автомобилем. Но, как вы понимаете, никакого спорта здесь не появилось, потому что вырос вес. И по большому счету, ну как бы крены остаются теми же. Но тем не менее, из-за низкого центра тяжести кажется, что вы движетесь, в общем-то, безопасно. Но, разумеется, ни капли потраченного бензина. Электрокары стремительно пробиваются во все сегменты автомобилей, и это, похоже, неизбежность. Абсолютным преимуществом электрической версии является момент, который вам доступен с самого низу, и скорость реакции на нажатие педали газа. Это сильно отличает электрический 208 от бензинового. Ну и, конечно же, разгон до сотни. Мы замерили, получилось 8,3 на мокром асфальте, постоянно шлифуя. Заявленный разгон 8,1, поэтому я почти уверен, что на сухом асфальте он бы подтвердил эти цифры. И это действительно быстро, как для этого класса. Здесь установлен двигатель мощностью 100 кВт, что в пересчете равно 136 лошадиным силам и моментам в 260 ньютон-метров. При этом у него 50 кВт-часовая батарея, что позволяет проезжать до 340 км по циклу ВЛТП, а это наиболее справедливая на сегодня система подсчета. Ну и важная для Европы, но не настолько принципиальная для нас, на борт E208 может принимать до 100 кВт в час. Это позволяет вам зарядиться на 80% всего за полчаса. Но более реальные цифры другие. От домашней сети 50 кВт залетит за 16 часов. А если вы установите у себя в гараже или на паркоместе Wallbox, тогда при использовании трех фаз зарядитесь за 5 с небольшим часов, а при однофазной сети за 8. Но вопрос о массовом появлении электрической версии у нас — это отдельный разговор, и разговор этот, я думаю, не поднимется в ближайшие год-два. Что бы там ни говорили и как бы ни пиарили электротему адепты зеленых технологий, электроинфраструктура в Украине развита слабо. И если в Киеве все еще можно считать, ну, неплохо, то вот за его пределами это сложности и постоянные переживания. 50-киловаттные зарядки уже давно очень не бесплатные, ну и объективно их совсем мало. А заливать в себя в лучшем случае по 22 киловатта в торговых центрах – это во многом иллюзия, которая в раз разбивается об очередь таксистских лифов. Но культура развивается, и думаю, каких-нибудь года 3-4 в разрезе современного темпа могут перевернуть наш рынок продаж электромобилей. Пока же давайте о реалиях, о ДВС. И я понимаю, что все хотят услышать от меня цену, но для нашего рынка ее пока нет. Могу сказать только, что в Британии старт цены от 19 тысяч евро. С автомата можно взять уже за 22 тысячи, а электрическая версия обойдется в 33,5. Недешево, да. Но это имиджевый автомобиль. Теперь это так. 208 технически далек от идеала. Я не хочу вам врать, но, как мне кажется, Polo гораздо более сбалансирован в потребительском плане. Но при всем при этом Polo — это самый скучный автомобиль в классе. А этот Peugeot наоборот. Он самый веселый, самый интересный. Он для живых людей. Для людей, которые могут себе позволить хотя бы иногда делать выбор не умом, а сердцем. В этот автомобиль очень легко влюбиться, причем быстро и незаметно. И знаете, я вам этого и желаю. Подписывайтесь. Дальше больше.